И дождь нипочем. Шарики, веселые игры с аниматорами, символические подарки, но самое главное – отличное настроение, которое не испортила погода. Таким для юных серпуховичей оказался День защиты детей. Артисты Управления культуры сегодня развлекали ребят во дворах. Подробности в нашем сюжете. Не одно десятилетие прошло с момента написания этой песни, но слова ее по-прежнему актуальны. 1 июня, в День защиты детей, уютные дворики Серпухова заполнила танцующая детвора. Да, периодически приходилось прятаться под зонтом и играть в утепленных курточках. Но зато все вместе и очень дружно. Дождик нам никогда не страшны. Управление культуры администрации Серпухова кинуло клич городским и поселковым дворцам культуры, а также парку культуры для того, чтобы сотрудники этих организаций подарили праздничное настроение ребятне. Сегодня День защиты детей, и мы ездим вот по таким дворам большим, которые есть стопудов, есть дети, потому что есть и детские площадки, и поздравляем всех детей. Сегодня пели только хорошие песни про семью, друзей и добро. Каждый участник этого светлого праздника получил надувной шарик, море впечатлений и полезный лайфхак. Как правильно надевать защитную маску? Ведь 1 июня – это в первую очередь день, когда каждый взрослый должен задуматься. Защита подрастающего поколения крайне важна для нашего общего будущего.